Exploit Joy Hard Reset. Чтобы сделать сброс, нужно попасть в рекавери, либо в меню его напоминающее. Сброс поможет удалить графический ключ, какие-то мелкие недочеты, мелкие вирусы, мелкие проблемы, мелкие ошибки приложения и так далее. Все, что более серьезно, то есть серьезные какие-то вирусы, серьезные проблемы, решаются только прошивкой. Чтобы сделать сброс настроек, нужно попасть в рекавери. Чтобы попасть в рекавери, нужно зажать кнопку громкости вверх и кнопку питания. Две клавиши держите, пока не загорится экран. Экран загорится, питание отпускаете, а вверх продолжаете держать. Загорелся зеленый робот. Чтобы попасть в рекавери, существует 4 варианта. Первый вариант, то есть с этого робота дальше попасть. Питание. Если питание не сработает, то вверх. Если вверх не сработает, то питание зажать и коротко нажать вверх. И последнее, иногда нужно использовать нижние сенсорные клавиши. Все зависит от модели и прошивки. Значит, пробуем питание. Если питание не сработало, то идете дальше по списку. Опускаетесь вниз до строчки Wipe Data Factory Reset и нажимаете вверх. Иногда вместо вверх также либо питание, либо сенсорные клавиши. Инструкция универсальная почти для всех аппаратов на МТК, поэтому как бы вот с небольшими отклонениями вы используете конкретно своему аппарату. В этом меню, которое откроется, опускайтесь вниз до строчки «Yes, Delete» у «User Data». Я сейчас сбрасывать не буду, у меня как бы нет в этом необходимости, я выберу строчку «No». А вам выбор строчку «Yes, Delete» у «User Data». Он сделает сброс, внизу нужно дождаться надписи «Data Wipe Complete», он перебросит вот в это предыдущее меню, которое мы видим сейчас, а здесь вы выбираете первую строчку «Reboot System Now». Ее выбираете, телефон перезагружается, сбрасывает свои настройки и включится чистый, как с витрины. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.